Так, всем привет, с вами Эр. Сегодня мы будем рубиться в генералов, зеркал 104 патч. И с нами Чупис. Будем играть ГВВшку, как вы видите, за битву за Того. Такая вот страна в Африке есть. Загуглите, где она находится, кто не знает. Так, мы пока сделаем счетчики и сразу начнем. Себе беру зеленый цвет, как всегда. Чупс предпочитает красненький. Ну да ладно. Так, все. Ругается, что Чупс что-то так долго, да? Го-го-го. Все, ГЛХФ. Начинаем битву. Достается нам пех. У нас большие планы. Нормально. Здесь музычка, давай здесь музычку поставим, а то я выключу. О, по ушам бьет. Воинки, давайте строим верию. Хорошее начало. Три дозера пойдем. Правда, мы не знаем, кто он. Лучше в барак пойти сюда. Было. Ну ладно. Сейчас все сделаем. Давайте здесь. Такую шляпку сделаем. От рабиков надо там что-то понастроить. Давай, вперед. Ой, медленная. Где рабики? Хочу рабиков, не вижу. Давай, вперед его. Чтобы бункер купить. Смотри, здесь что-то ничего нет. У нас большие планы. Для клашника это как-то все очень подозрительно. Поэтому думаю, это все-таки не клашник. А главное тут домик занять. У нас большие планы. Давай починим здесь пока. Так, у нас ликс готов, а ничего другого не готово. Ладно, там бункер показан. Не, не надо бункер. Где по пеху закажем? Ой, а зачем нам туда? Единственное место незащищенное. Надеюсь, не поплачусь. Если друг. Где там кто-нибудь первый? Ёлки-палки. Что-то вата какая-то у нас происходит. Вот он, вот он, вот он. Да, завалили одного. Модернизация завершена. А вот так подъезжаешь, и будешь просто все лучше. Как нет? Подразделение потеряно. Вовато, а. Быстрее, быстрее, быстрее сюда. Все, вперед на атаку. Димочка, не их. А, не-не-не. Шучу, шучу. Возвращайся. Китай щедрый. Отличный план, генерал.
Подразделение потеряно. Давай заново барак где-нибудь. Ну, где-нибудь здесь поборем. А, ракетчики, трогайте. Подразделение потеряно. Блин. Ракетчика завалили моего. Обидно. Ох ты, где он собирается. Че, не мочится? Ой, не тоже могу, оказывается. Подразделение потеряно. Ой-ой-ой, сейчас же будет. Так, дозер попробуем спасти. Да, он отсюда забегает. Да, у нас должен этот выйти. Это очень даже хорошо. На руку. И высаживаем выстрел. Подразделение потеряно. И лупим, лупим, лупим. Так вот окружаем его. Зачем нам, не знаю, зачем вот это я делаю? Надо сюда. Подразделение потеряно. Не очень классно. Давайте строим. Мы пробьем их броню. Сюда надо влепить. Отличный выбор. Технический бомбардировок. Я большой, я подкладываю за яйцами. Китай хитрый. Как закончу, будет хорошо. Китай сдован. Где? Да. Далеко не проедет. А, нет, смотрите-ка, проезжает. Надо это какое. Давай, плыви. Подразделение потеряно. Бабах. Быстрее идите, идите, просто идите. Медленно. У нас большие планы. Давай, опять барак сюда. Наши пули не стоят, а новые. Мы пробьем их броню. Строим для Китая. Вражеские танки там. Серьезно? Нас тут поработить хотели. У нас большие планы. Извините, сэр, там строят не могу. У меня большая пушка! Наши пули ничто не остановит. Стоим на стреме! Дам приказ! А, ну выключишься, не улучшение пропаганды завершено. Что нам надо? Напалма? Только нету напалма. Давайте строим! Отличный выбор! Ой, какой человек. Блин, а вообще на его экономику даже не обрушивался. Ой-ой-ой. Вот так подарок. Сваливаем. Куда? Подразделение потеряно. Блин, не в того мочит они просто. Поздравление, генерал. Вас повысили. Подразделение потеряно. Пойдем захватим. Наши пули не стоят, а новые. Китай хитрый. Отличный план, генерал. У меня большая пушка. По идее, надо куда-нибудь уже наламываться. А не фигня заниматься. Что-то как-то рука не доходит. Я слушаю. Девочка вышла.
Наши пули ничто не остановит. Проверим, что он там скажет, если я сделаю. Подразделение потеряно. Сколько тут ереси-то всяко. Я все слышу. Сейчас скажем. Немедленно настраиваю частотник, найдем. Мы пробьем их броню за танков. Здесь. Запись Кира. Простите. Мы пробьем их броню. Простите врага. Кажется, я их слышу. Мы пробьем их броню. Ничего не слышно? Просто давим. Масса. Подразделение потеряно. Убийца танков! Здесь! Закладывай! У меня большая пушка! Подвёрты готовы к бою! О, нам дают тут мочкануть. Ну, человек какой-то. Нет, не эйр. Наша база атакована! Дай мне работу. Подразделение потеряно. Дайте ему это построить. Уходи ты. Ладно. Поздравление, генерал. Вас повысили. Подразделение потеряно. А все сдаются. Что такое? Мы победили. В общем, это 1-0. Давайте еще дальше посмотрим, что там есть у нас по картам. Ну, давай такую. Да, мы давно не играли. Еще без курсах. Тоже давно не играл. Пока нубим как можем. Так, он у нас в чину. Ну что тут какой-то это? Но эко любимое. Займемся работой. Что за дела? Приступаем. С выдвинутым бараком и все такое. Куда поедет? В эту сторону, да. Значит, мы другого будем лучше снимать. Нам главное хотя бы какие-то две вышки захватить. Я так думаю. Так, и скорее всего он барак строит. Здесь. Все давай строим. Начать разбор. Да? Провожу свой. Едет давить захват. У меня ракетница готова. Нужна раздавший генерал. У меня ракетница готова. Тогда держим одного. У меня ракетница готова. Тоже не хватит. Да не хватило. Будем и ты давай еще чушь, парец. У меня ракетница готова. Там захват можем учить. Давай, строй. Смотрите, какой он плохой. Ну, мы, наверное, в эту сторону и поедем. Да? Приступаю к работе. Все готово. Я здесь. Пошли, давай, строй. Все готово. Провожу в бой. Приступаю к работе. Я построю где угодно. Подбросить. Подходим основание. А здесь все норм. Я на работе. Чудненько. Не, давай еще одного. А, кого вы бьете? Будет весело! Ой, идиоты. Почему они в бункеры не хотят? Это ладно. Открывайся! Начинай! Подбросим! Ну. Куда хотел уехать. Нет уж, нет уж. А главное не пропустить какой-нибудь Ирода. Будет очень печально. Я здесь. Подбросить. Отличный пробег. ПП уже. Отличный пробег. Хо. Ну, 2-1. Ой, 2-1, 2-0.
что у нас еще есть такого интересного. То давай вот это. Надо было громкость уменьшить было. Так, что у нас уже? Третий бой. О, я же смогу выиграть и все. И расслабон. Попадается нам нюк. У нас большие планы. Такие дела. Да, мы будем захват делать. Снова громкая китайская музыка. Строим китайскую империю. Будем жить. Давай сейчас построишь китайскую империю. Звучит многообещающе. Отличный выбор, Рейн. Давайте строим. Но... Отличный план, генерал. Нам не пригодится. Строю для Китая. Строительство завершено. Будем жить в роскоши. Хотим завод воткнуть. Срочно. Даешь завод. Строительство Китай станет больше. Строю для Китая. Хорошее начало. Здесь, наверное, раби какой-нибудь. А сразу сюда поедем, чё, да? Чё нам терять-то? Подберём ещё товаров. Или сюда нам. Не, сюда давай сначала воткнём. Сплайку. Китай щедрый. Секретное место. Для Китая. Сюда сразу же. Модернизация завершена. У нас большие планы. Отличное место. Так, взял. Давай, готва. С драконом пока опасно, там уже шарится. У нас полно мне. Раз, два, три, четыре. Где-то кто надо. Да. Уже а, да, и сюда одного еще. Полтунок готов. Четыре сюда. Да, сэр. Да. А, я продусь разобрал. Будем жить в роскоши. Перегнать куда-нибудь. У меня много патронов. Китай щедрый и спрятаться. Ага, вон у нас что. Строим для Китая. Китайский бронированный транспорт. Ну-ка иди сюда. У нас полно. Где там порядок? Будем жить в роскоши. Там строить не смогу. Армия людей. Немедленно. Вот такую вату замутим. Нашему другу. А, да. Немедленно. Китай щедрый. Он и там захватил тогда, получается. Подразделение потеряно. А я что не захватывал, эй? Эй, садись, давай. О, кто тут? Ну, мы, в принципе, только этих заказывал. Все, норм. Подразделение потеряно. Кого? А, вот бежит один. Один гад бежит. Строю для Китая. У меня много патронов. Столы вращаются. Подразделение потеряно. Красногвардейки! Будем жить в роскоши! Вовремя он типа поставил. Да, не надо! Ну да, тоже только собирай, дедушка, чего уж. Открывается в бой. На защиту поедем, да? А, во-во-во, вижу. Ладно, идем. Убийца танков! Здесь! Стоим на стрелы! Подразделение потеряно. Лишь бы он не заметил этот озер. Очень будет страшно, если все он заметит. Так, а зачем тогда мне? Стоим на стрёме. Если вот у меня есть все тут. Вражеские дары, китайские ракетоносец! Вражеские танки там! Строю для Китая! Блин, у меня много патронов! Подразделение потеряно. Нам дают вот здесь проехаться. Так, у нас жив один, все норм. Зря сюда поехал, да? А, да. Все сюда. У нас большие планы. А. Подразделение потеряно. Где какой? У меня много патронов. Ладно, идем. Это бата. Мы пробьем их. Строю для Китая. Отличное место. Так, мы замысловато строим. Полы вращаются. На пролом идем. Едем. Подразделение потеряно. Да мочка нить-то этого. Теперь едем. Очень жарко. Где? А, да. Да. Поехали. Ух ты! Все готово!
Танк Дракон. Подразделение потеряно. Как не завалил? Ай-яй-яй-яй-яй, мы не завалили его. Лучше палки. Ну все, так получше будет. Давай, разминируй и все. Подразделение потеряно. А, понял. Блин, ну надо завалить одного. Это что-то как-то это не очень. Сюда лечись. Подразделение потеряно. Мочкануть же мог. Все, наяриваем. Поздравление, генерал. Вас повысили. А че я не могу повлиять уже? Не, пропускаю. Подразделение потеряно. Вроде нету мин. Да, еще одного поставить. Что-то это подсказывает, что надо что-то еще делать. Люблю большие цели. Одно из наших зданий захвачено. Какое? Где? Эй, а? Окей, сдались. Мы победили. Что у нас 3-0 тогда получается? Че себе? Только получается стал он моей. Это здорово. На самом-то деле. Так, ладно, ребят, всем спасибо, кто был с нами, кто смотрел это. Всем пока-пока.